генерал, мы что-то сделать должны. Почему, господин генерал? Потому что у нас имеет автомашина, которая сделала ДТП, и уехали, это проверяем. И плюс в последнее время нас ломать его через Сучи, разбой на бодине и квартирный краж, понимаете? Искаденных вещей 80% перевоз на чем? Не знаю. На автомашине, поэтому проверяем. Будьте добры, пожалуйста, ваши документы с вашего позволения. Свидетельство о браке домов пришли, выписки из пенсионного фонда имеется. Справка с прачки нету. Задолженность вам это не имеете. Кредит центральный банк не брали. За интернет заплатили. А что за уважаемый, очень много уважаемый Владислав Валерьевич, нарушаешь-то? Скорость нарушаешь? Почему? 185 км в час. Ничего себе. Зато едешь на зеленку постоянно. А вы знаете, Валерьевич, поступил информацию от соседей, как вчера в гостях пили и вышли на спортивную. А ну, Слава, ты что, издеваешь, что ли? Ты же трезвый же. Трезвый. На хуй докопался. Да. Разве трезвый получает соседи пьяные? Вы, пожалуйста, Валерьевич, разберитесь, хорошо? Хорошо. А то информация неправильно. Хотел поздравить с хорошим пацаном, ты обижаешься. Не с соседями, а с соседкой разберитесь. Хорошо. А ты знаешь, что у нас еще в розыске? За них была алимент третий день, ты третий знаешь что? Знаешь, передача была за меня? Ну-ну. Вас там показывали. Зачем? Знаешь, есть российский, есть город Иваново. Ну-ну. Город Невест. Заезжал? Ну да. Ну да, там есть тебе. Что сказать, видел вас или не видел? А? Не знаю. Я не пью. Не холодно.